Всем привет на моем 270-м стриме. И мы продолжаем проходить Айвона Килза Камелия 2. У нас босс Раш, один босс убит. Сегодня я уверен практически на все 100, как говорится, что мы убьем второго босса. Но должны, потому что... Да, извините за небольшую задержку, так уж вышло. Ну что ж, давайте ж приступим. Привет, Тираон, Босс, Сторыч, Старос, Сакиш, П2, Шкипер и Зукон. И всем остальным, кто просто лишь смотрит, но не пишет. Что-то у меня тут съехало, да, немного? Захват, странно. Как так вышло? Не понял. Блин. А чё она не обрезана-то? Лол. Погодите. А. Я понял, она не листается. Блин, а я не понял, как она могла так сбиться? Конечно, добьем Владислава, а ты как думал? И да, Destination занял 11 часов 51 минуту по таймеру игры. Ой, Владислава начал сразу с хорошего настроения. Спасибо, Владислава. Спасибо за поддержку. Клавиатура Razer Black Widow стала для меня еще на 10 рублей дешевле. Ну, на 7. А там Адольфу ты задонатил только что немного. У тебя радость? Че, машину купил? К сожалению, я как обычно не могу во время босса читать чатик. Слишком уж тут проблематично. Так, синего можно больше не бить. Опять же, сабсервер. Можно читать такие винты, но помню, что это не... Как? То как? Тексенриру скажи, может он ему поможет как-то? Подожди, это как? Ладно.
Или ты про что? Или... Я не помню, если честно, Тор. Я, если честно, не помню, что у тебя за проблема была. Привет, Михаил. Значит, оно не полностью сломано. Это какая-то фигня у тебя с файловой системой. Через RStudio, говорю, через RStudio должно все работать. Да, платформа не двигает, это, конечно, печалька. Да, если честно, у меня уже такое ощущение, что у меня обустраш в кармане. То есть уже как бы в голове прошел обустраш. Потому что говорят, те два босса, в общем-то, вафли. А этот, ну, не должен уже занять много времени. То есть чисто психологически важно было убить Destination. Потому что он тропабельный. Многие на нем закончили. Нахрен я так сделал. Зато я половину стримов. Ну хорошо, Тор, отлично, хорошая новость. Да, но я не знаю, где сабсервер. Мы же не спойлерим, правильно? В общем-то, уже неплохая попытка, надо добивать. Да ну, ну вылетело просто, ну... HP. Привет, Фёрст, а чё ты сегодня грустный?
это сейчас было тоненько. Зачем так делать, непонятно. Ну я просто, ну, пытался уйти как мог. Привет, покер. Погода хреновая, еще и заболел. Да, такое, конечно. Ну, выздоравливаю. Ну, как бы, Тор, это костыль, как бы. Я через R-Studio, если что, это делаю. R-Studio просто божественная программа. Такое, такие невероятные вещи спасают. Такие вот поломанные харды. Каждый раз удивляюсь. Хорошо бы даже ее купить, наверное, как-нибудь в качестве благодарности просто. Правда, дорого стоит. Потому что она как бы больше предназначена для профессионалов, ну то есть кто зарабатывает на этом, поэтому дорого стоит очень. Но была бы адекватная цена, я бы вообще бы не думаю взял. Потому что спасала она не то чтобы как бы то, что стоит. Как бы оправдывает ее цену, вообще бесценная для меня. Что-то красный как-то быстро умер, я даже не заметил. Так, еще один выстрел в зеленого. Да ну нет, ну я видел, но поздно немножко. Ну там слева тоже стоять было стрёмно довольно. Пока только насморк, ну, насморк еще, да, терпимо, конечно. Ну, знаешь, Тора, она мне спасала уже раз, ну, как бы в целом, скажем, меня, там, родственников, да, ну, я пользовался раз 10, наверное. Ну, знаешь, как бы, я разработчикам очень благодарен. Если бы не она, я бы так бы расстроился, ну, из-за того, что эти данные потерял бы. Насколько я близок к прохождению игры, но в игре всего 6 уровней. В игре всего 6 уровней. Я прошел 6 уровень, но, ну, как бы, прошел сам, ну, экран с шипами, да, вот, а после этих экранов, то есть после самого уровня, идет босс раш из 4 боссов, потом идет что-то, я не знаю что, и потом финальный босс. Ну так, я слегка преувеличиваю, что я совсем не знаю. Ну, давайте будем считать, что я совсем не знаю. Потому что я подробностей не знаю, как бы, так. Краем уха там, грубо говоря, кое-что слышал. Привет, Фаспапе.
во-первых, нет, ну просто видишь, у тебя какая-то проблема, по-моему, с файловой системой. А у меня, да, несколько раз были проблемы с файловой системой, но также были проблемы именно с жестким диском физически. Я успевал спасать, что спасалось. Хотя, возможно, у тебя тоже там не просто с файловой системой проблемы, может, у тебя там бэдблоки и так далее. Не проконтролировал. Пожадничал. Ну, вначале жадничать это нормально. Потому что вначале надо урона донести как можно больше всем подряд. Так, синему, конечно, можно еще вроде бы 2 или 3 урона влить, но я лучше не буду без необходимости. Выжил. Я уже все смирился, но я выжил. Зря я два раза выстрелил. Хотя, по-моему, все равно, в принципе, мне вторая волна вроде не помешала, да? Ну, я прыгнул просто неловко, да. Да дело не в том, что выстрелил, прыгнул неловко. Да нафиг тебе софты игры? А, ну у тебя... Не, ну у тебя же безлимитный, да, тариф? Ну... Не знаю, нафиг тебе тогда надо. Ну, Тор, я этого босса проходил по его ноге требости. Правда, он там был проще, но все равно, как бы, суть вообще та же. А так, страта, ну, есть, да. Относительная. Не сказать, что тут прям очень какая-то сильная страта, больше просто микри. Ну, как бы, есть просто общие вот такие положения важные. Но, как бы... Скажем так, вот порядок убийства, да, довольно фиксированный. Ну, красный с желтым не важно, первым, кто первым. Третьим обязательно синий, четвертым обязательно желтый, именно убить. Но синего плюс еще нельзя меньше половины здоровья оставлять раньше времени.
То есть больше как по общей рекомендации, а не то, что прям какая-то острота. Что-то как-то много всего на экране. Ах, не дали второго прыжка. Привет, РЗ. А какую игру? А ты ответил? Ты ответил? То я знаю, торы английский это такое. По идее, конечно, легче всего вначале вынести зеленого в одиночку. Тогда мне почти что ничего не будет мешать на экране, но это так долго. Очень долго. То есть мне каждый раз дожидаться надо именно зеленого, пока он по квадрату долетит. Нанести несколько урона и опять ждать, пока он прилетит. Видел, куда можно было. Опять какой-то из Гринлайта, да, наверное. Ладно, давайте зеленого и синего побьем. До полного приготовления. Переборщил. Случайно. Thank you.
Синему хватит. Зря, не надо так спамить, наверное, больше. Ну, зеленым, по крайней мере. Красным вроде пофигу в основном. Ну, там оно летело, меня бы веточка убила. Меня бы веточка убила. Порадовать, что я спиратил, ну... Яблочки. А, зеленые самые аппетитные. Неплохо наспамил. Как это я мог задеть? Ну, синие яблоки это такое, да. Специфично. Ну, зеленые кислые должны быть. Хотя не всегда. А, ну за что я синего так? Ну за что? Забылся. Забавно увидеть было бы таз этого босса, наверняка там он прыгает и стреляет абсолютно всегда, без остановки.
Спидран там не ТАСС, там просто спидран. ТАССа К2 нету. Снизу платформ, да ладно. Реально можно. Забавно. Нет, это не было спойлером. Спойлер — это когда ты говоришь то, что будет дальше. А это, ну, да, даже на подсказку, если честно, не тянет, потому что это сложная строта. Она только до спидрана годится. Нет, нафиг снизу, короче. Блин, сегодня мы должны босса этого добить. Что-то вообще пока не прят. Так, синему не бить рожу. Не перепрыгнул. Как так-то? В чем проблема? Постримить. Вот. Давайте пить зеленого и желтого, короче.
принципе, так удобно, они по диагонали расположены. То один на экране, то второй. Ну, на экране, но вы поняли, что я имею в виду. Ну, блин, яблочко, ну не успело улететь. А, копируется, давай. Ну, в смысле, не стрим. Лишь бы все скопировалось. Я в такие моменты обычно комп вообще не трогаю. Да ну... Не пропускает меня что-то. Так, наверное, надо темп чуть-чуть ослабить. А, куда? Я его не увидел. Я вообще его что-то не увидел. А та картинка, заставка не скопировалась. Не, по-моему, страта с... когда я вначале бил просто всех, как попало, была лучше. Давайте, наверное, к ней пока вернемся все-таки. Как я упал с нее? Налево причем упал. Забавно. Thank you.
конечно, у Зеленого очень много здоровья. Очень много здоровья. Ну, в том плане, что атака одна и та же. Ну, то есть она такая, одно яблочко пускает, да. Это бьешь, его бьешь, как-то скучно. У этих хотя бы как-то меняется, там начинают оставаться яблоки на экране. Еще что-то. А этот почему-то какой-то нудный зеленый. Нифига себе, как это мне так повезло. Мне показалось, я тройной прыжок сделал. Странно. Ну нет, ну... Да блин. В воде на самом деле можно жить, в воде можно жить. Просто я не живу. Ну они-то со временем перестанут улетать, яблоки. А если я умираю в самом начале, то пофигу. Я вот... единственное, что вот синего не надо... Надо следить за синим, я забываю про него. Так, вот зеленого, вот когда уже куча всего на экране, зеленого явно нельзя бить по две пули, только по одной. Иначе это слишком опасно. А вот желтого на самом деле можно по две в любой ситуации, потому что, ну, у него так все летит размашисто, в общем-то. Так, надо зеленого бить. По одной. Не жадничать, по одной. Можно долго жить, на самом деле. Если читать заранее, где яблоки летят. Главное, неожиданных красных-то не вылетает. А за ожиданными хрен проследишь. Пока красный жив, то вылетают неожиданные красные из него. А когда он уже не жив, то, в общем-то, просто следишь за тем, что летит. Но получается не всегда так, как хотелось бы. Вот, неожиданная красная вылетела.
Синие, конечно, вот неприятно летят на самом деле по диагонали, такое тоже. Так, зеленый, два удара зеленому. Ой, этому желтому. Чуть не сорвал мне прыжок. Так, зеленому один удар еще. Ну, до ваншотного состояния. Все, зеленого больше нельзя бить ни в коем случае. Фух, это яблочко меня не задело. Так, боюсь зеленого ударить. Не буду направо стрелять нафиг. Да что ж такое-то, да блин. Утор. Нет, я понимаю, что ты переживаешь там из-за своих стримов, там данных, да? Тем более, какой Porsche, у тебя тайм-машин висит. Или ты за спидранить хочешь? Нет, это не прогресс. Прогресс? У меня зеленый уже был ваншотный, когда двое убиты. На прошлом стриме вроде бы было такое. Опять красная там подлая вылетела, но я его на этот раз распознал. Вот опять. Слишком долго думать над прыжком здесь тоже нельзя. Потому что иначе уже дойдет до такого состояния, что будет безвыходная ситуация. Сонику. Привет, Клавак.
Только лишь одного прошел. Ты вообще рак. Одного только всего, это босса прошел. БД, я не знаю, что такое БД. И почему это по Сонику? Ну, вроде бы там я не видел, чтоб там Соник был. Такого не бывает, чтобы за... Во-первых, не 13 часов, а 11 часов 1 минута. А во-вторых, такого не бывает, чтобы при первом прохождении за 12 часов босс раш был пройден. Не было такого никогда ни у кого. Чё за чушь? Ну серьезно. Я Destination быстро убил за 11 часов 51 минуту. Это быстро считается. А тебе, да ты такой недовольный, типа, ой, одного только Destination убил за 11 часов. Ну, специфичен ты, специфичен. Тебе надо таз смотреть прохождение. А, зря синий будет. Ударил. Чат как грузил комменты, так и грузит одинаково. Может, я просто держка стрима меньше стала, не знаю. Но у меня чат моментально отображает сообщение.
Так, что-то я многовато, да, набил. Нормально, можно дальше набивать. Ждем, значит, прохождение от тебя глава, где ты за 2 часа убиваешь Destination'а. Ну, естественно, в первом прохождении. Я, кстати, посчитал, сегодня 34-й день челленджа. У меня, то есть я пока вроде вообще, ну как бы, легко успеваю, напряжение иду, поэтому можно не беспокоиться, вроде бы. Ну как бы, я не знаю, насколько там много займет времени то, что идет дальше, но мне кажется, я успею, должен успеть. Надо, чтобы хотя бы дней 20 до Камилку осталось. Тогда, думаю, успею. Нет, Тора, а при чем тут затренить? При чем тут затренить? Речь про первое прохождение. Если ты Гай проходишь 14 часов, то этот у тебя не займет 2 часа. И Тор, как бы, затренить можно в любой игре, абсолютно, да? Ну, почему именно в таких играх, ты говоришь, можно затренить? В любой игре можно затренить. Другое дело, что в одних затренить проще, в других тяжелее. Больше рандома, тем тяжелее затренить. Куда я должен был пойти? Ну ты же не на стрим проходишь, так что какой смысл? Я потом должен на слово поверить, что ты за 15 минут убил босса, что ли? Нет, это я понимаю, Тора, а при чем тут затренить можно? Все, вот это я не понял. То есть затренить можно абсолютно любую игру. А то, что со стороны легче смотрит, ну, кажется, ну, да, но я к этой фразе не имею вроде никакого отношения. Либо я тебя не понял. Со стороны может казаться, конечно, сложной. Особенно, если ты в Айваны мало играл, допустим. И ты смотришь на какую-то Айвану и
как тебе кажется? Ну вообще не обязательно. Если ты в какую-то игру с похожей механикой типа не играл, то может казаться, что легко. Когда почувствуешь управление, то совсем другое дело. Ну, запусти программу очистки диска стандартно. Если у тебя Windows. Нет, торт, чё ты ошибаешься? Во-первых, большинство проходит, ну, проходят новые еще сайваны, да? Которых, ну, как, ну, если она только вышла, то какие тренинги у нее стрима, да? Если вот он вышел и сразу проходит, ну, человек. Ну, нет, ты ошибаешься. Или я вот сейчас прохожу Камилю, я что-то ее тренил, думаешь, до стримов, что ли? Нет, тут ты ошибся. То, что когда проходит AVDN, если уже есть видео на ютубе чьё-то, то, ну, понятно, что да, в основном смотрят, как его пройти. Кроме вот, когда был этот турнамент недавно, там нельзя было смотреть. А если ты говоришь про спидраны, ну разумеется, что там все затренивается. Как бы оно для того и предназначено. Вообще большинство айван, честно говоря, даже не стоит того, чтобы их перед первым прохождением на стрим еще сидеть вне стрима тренить. Проще просто взять и пройти. Так, в синюю не стрелять. Ну, блин, опять чуть не пропустил. Блин, я мог прыгнуть, мне дали прыжок. Была на самом деле хорошая сейчас попытка, неплохая. Просто взял, упал. Это очень странно, что не умер. Ну так уж и быть, раз не умер, значит поживем. Вот мы опять подбираемся к самому интересному.
Нет, как я неудачно опять прыгнул. Опять подлое яблочко, опять подлое яблочко. Надо бы, по идее, как бы следить за таймингом выстрела яблочка этого, но это так неудобно. Я вообще-то создаю, ну как, не совсем свою, но ремейк. Ну просто сейчас он у меня пока заморожен из-за того, что я камилку прохожу очень активно. Ремейк больше. Ну, а ты не видел, что ли? А, ты, наверное, позже начал меня смотреть. За иероглифа. Я откуда знаю, когда будет готово. Ну, сейчас я доделал до башни ВВВВ. Ну, я говорю, сейчас просто пока заморожен проект, пока я прохожу вторую камилию. Я вообще, вот как я показал его 25 декабря, я с тех пор ничего не делал еще. Удачи тоже. Спасибо, что зашел. Да, ну, в какой-то степени, говорю. Ну, он с физикой, как... физикой, как в Гае, во-первых. Потом там скроллится экран. Там хитбоксы идеальные. Еще что-то. Ну, потом там... Это для начала. Ну, плюс там, как бы... Все-таки я же не могу вскрыть алгоритмы больше. Поэтому боссов я пишу примерно такими же. Но все-таки отличия есть. Большие. Потом там уже, если я доделаю до конца, если я доделаю до конца, то прикручу там новый режим, постараюсь. Но какой, я пока не скажу, потому что, возможно, этого вообще не будет. Ну, как бы, атаки те же. Но они немножко по-другому могут ощущаться, потому что, ну, я делал на глаз. То есть это не усложненная версия больше, там, не какая-то там, не знаю, еще, да. Я старался делать именно так, как, то есть именно ремейк, то есть чтобы было примерно как оригинал. Сал Грин, но если он мой стрим не смотрел, то, наверное, не знает. Или если ему кто-нибудь не рассказал, я не рассказывал.
целом мне все равно, одобряет или нет. Это, понимаешь ли, Айвана, которая не защищена ни авторским правом, ничего такого. Но я его, естественно, добавлю и на титульный экран, и в титры, ну, что оригинал делал Сол Грин, и, ну, разумеется. Но одобряет ли или нет, как бы, мне в целом без разницы. Но я думаю, что все, с чего он будет против-то? Лол. Какой ему прок от того, чтобы, ну, быть против? Он на этом не зарабатывает, ничего, как бы. Я, может быть, у него даже исходники попрошу больше, потому что декомпилированная версия, она очень кривая, и, ну, то есть, там, во-первых, нет алгоритмов, во-вторых, там не все миры я могу текстурки взять почему-то. Привет, картофель, да, Destination умер, как видишь, вчера. Зачем мне у ББФа спрашивать об атаках? Он, во-первых, даже не все атаки проходит. Он боссов убивает очень быстро. У Гэнона вообще он ни одной атаки не видит. Ну, в смысле, я понимаю, что он их видел, да? Но давно. Как бы... Зачем? Игру I Wanna Beat the Boss? Нет, не знаю так. Привет, Данил. Спасибо, Декстер, за хост. Всем привет с канала Декстера. И, ну да, и Декстер, привет. Как там? Еще сейвик взял хоть один? Третьей секретки. Тысяч смертей в Камиле 3 у тебя? Могёшь. Уже до ачивки-то не так уж и далеко, казалось бы, да? На четвертой секретке как раз возьмешь ачивку, наверное. До последнего сейва дошел? Неплох. Ну как, была попытка, когда красный и желтый лежали, а зеленый был 3 хп или 2 хп. Ну, и синий, ну, больше половины. Я эту ачивку уже взял. А где ты ее взял? На Азуре? Азури, мне, блин, что-то приелось это. Хм.
Ой, смерть. Нет. Ни хрена себе. Но это было на волоске. Just Observer, я так понимаю, взял эту ачивку на первом боссе. А, стоп. Или у него нет, то что... Не, у него есть, что... У него уже 150 тысяч смертей, по-моему. Или нет, стоп, сколько, я забыл. А, 50 с чем-то, да? РНГ, а ты что ли уже прошел, да, Кримсона все-таки? Ну и правильно, он лалка, что на нем сидеть-то? Только я на нем могу сидеть, хотя уже убивал его в ректе. Не знаю, почему я на нем так долго сижу. Упал-то. Молодец, молодец. Значит, я тебя никак не могу догнать. Ну и вряд ли догоню, потому что пока я убью Кримсона, на следующем боссе ты уже получишь опыт. Ну то есть, либо убьешь уже его, либо получишь опыт. То есть, как бы, даже если я тебя формально догоню, то ты потом быстро опять обгонишь. Уже идет 34-й день моего челленджа. По 100-дневному прохождению Камелия 2. Довольно-таки неплохо сейчас размикрил. Это сейчас было вообще как-то глупо. Predator kill. Ну, говорят, что Гравимен и Нью, типа, куда проще, чем Destination. И даже чем Кримсон.
Да, ну высокий слишком прыжок. Экран популярити, но я не был еще на экране популярити. Донат, ну пикоины еще. Никто PayPal не работает. Я им уже написал, они мне автоматизированным способом ответили, ну или шаблоном. Я им написал уже рука, ну типа подтверждаю, что у меня вопрос остался, а мне не ответили. Говорилку? Я не знаю как. Популярите, да? Не помню. После садиста шел лавтрэп и все. Катастрофы что-то припоминаю, но я не помню, что там за экран был. Катастрофы, я не помню, если честно. Популярити вообще не помню. Как ты так хорошо экран запоминаешь? Лавтрэп я никогда не забуду. Около 3 часов на нем посидел. На одном только экране. Seven Trials я помню. Это помню, ну где там ключики собирать. Изи, да. Ну, они все там были легкие, кроме Лавтрэпа, Seven Trials и еще что-то забыл. А, этот Destination, дурацкий Destination. Черно-серый, музычка это ВВ. А, так вот, ну он же легкий, лол. Ну я не знаю, я его прошел, по-моему, за сколько, это полчаса или минут за 40. Но он классный, мне он понравился, он очень приятный экран. Не знаю, я
не наметил, чтобы он был сильно сложным. Ну, лично для меня, лично для меня. Возможно, там, ну, для кого-то будет сложный, ну, там, кто типа Вайвана раньше не играл. Но мне показалось, что несложный. Ну, естественно, относительно. Как бы то, что сидел на нем 40 минут, это уже означает, что он, ну, не такой уж изи, да, но по сравнению с другими экранами. Ночных кошмарах. Ну, РНГ, зато я Destination убивал хреная сколько, по сравнению с тобой. И Кримсона, видишь, не убил, а ты убил. Ну, насчет не играл ты, конечно, лукавишь, потому что ты доходил до Салгрина, а потом уже один раз, а потом перепроходил. Плюс ты My Destiny прошел, ты Боши прошел, причем не один раз. Так что тут ты лукавишь. Это какой-никакой уже опыт все-таки. Причем я бы даже сказал, это уже норм опыт. Ой, синего зря, да, ударил? Не, все, нормально пока, но больше нельзя пить. Опять я заговорился, опять заговорился. Об яблочко тоже бы хотелось. Блин, опасно было. Что-то красного много оставил. Так. Все, ваншотный зеленый. Надо синего теперь бить. Но это максимальный прогресс на боссе. Увлекся я. Надо было один раз выстрелить и все. Хотя, конечно, в идеале надо в него начать стрелять, стоя направо, когда он появляется в левом верхнем углу. И пока он слева, потом направо появится, за это время у него уже останется там фигня вообще. Привет, Зеро. Надо красного нормально тоже сносить.
Хотя я сношу всех вроде бы, не знаю, как у красного так много осталось. А, все. Ну, блядь. Ну давайте попробуем поэкстремалить. Я вообще его что-то не видел. Привет, сервер. Привет, Фальтак. Позор, ну блин. Один пришел, вообще сказал то, что Destination надо было убить за 2 часа. А типа то, что я его убил за 11, он думал, что я посраж прошел за 11 часов. Ну блин, такие заявы нормальные вообще. Я вам тут кто, ТАСС что ли? Знаете что, у меня такое ощущение, что мне нужно сейчас синего слить, потому что мне надо потренить водные платформы, а то я теряюсь на них сильно, а надо все-таки научиться на них нормально действовать. Так, короче, синего бьем без ограничений. Как пойдут водные, значит будем миклить на водных. Я вообще имел в виду слово ТАСС, типа Tool Assisted прохождение, когда записывают ТАСС, но в принципе то, что я написал, тоже по смыслу подходит. Я не знаю, кто такой МЛГ. И как он там тащил Кримсона. Может не добивать синего, что-то вроде такое. Неважно, забыли. А, это программа какая-то? Типа ТАСа? Или что? Ну, точнее, ТАС это не программа, ТАС это тип прохождения. Программа Hourglass обычно используется. Лучший игрок Вайвана? Ну, не знаю прям кто самый лучший, но
Один из лучших, наверное, гейзер. Ну а так много топов есть. То есть топовых именно, я имею в виду не по количеству там зрителей, да, я имею в виду именно по скиллу. Ой, бана. Ну, плюс еще есть Нико Видео и Африка ТВ. Там корейцы и японцы зажигают. Ладно. Что-то мне пока расхотелось экспериментировать. Игровая компания, которая проводит турниры. Кто лучше из русского комьюнити? Ну, наверное, те, кто прошел К2. Ну, в целом. Ну, либо кто в К3 там до босс раша уже дошел. Но в основном это, в принципе, почти одни и те же люди, но не совсем. В оригинале фон другой? Нет, в оригинале фон такой же. Но оригинал, если что, в Айвона Биза Кримсон. Я не знаю, видел ли ты именно Айвона Биза Кримсон. Хотя в Гитректе, по-моему, тоже фон был такой. Привет, пророк. Их достаточно много вариаций этого босса, я бы скажу. Есть еще Crimson Needle 2, он вышел позже, но и там как бы уже такая продвинутая вариация этого босса, там они плавно крутятся, там их не 4, а больше, ну, одного убиваешь, другой появляется там с новыми атаками там. Но тоже такое. Короче, если ни один еще не сдохнет
до того, как я могу синего превратить в воду, то я добиваю синего. То есть вот таким образом. РНГ, когда пройду вторую Камиль, тогда подам заявку, ну, Дэнфорку напишу. А ты? Тебе тем более можно. Я тоже особо не стремлюсь. Ну, как бы я, ну, отправлю запрос, но я прям особо не стремлюсь. Ну, это на Твиче, знаешь, вроде так есть группы. Ну, типа разные стримерские группы. Там, типа, приписочка сверху еще бывает. Такая. Вот. И есть такая Twitch группа The Wannabes. Отгадай, кто там стримит. Ну, она западная, если что. Но, в принципе, вот... не вижу никакой преграды, чтобы туда приняли русскоязычного. В общем, Тейкен Лажа приняли, но, правда, он без микрофона пока стримит. Сильвер, я не знаю, кто туда хочет попасть, но как бы... ну просто потому, что ты заходишь на Twitch в эту группу, и ты видишь всех стримеров, которые в этой группе. То есть, ну, как бы небольшая, может быть, прибавка зрителей. Такое, на самом деле. Это Twitch группа. Знаешь, на Twitch группы есть. Дайте уже кто-нибудь ссылку, что ли. Мне кажется, Данил, не возьмут того, кто создал свой канал на Твиче, грубо говоря, за день до заявки. И там с одним подписчиком. Ну, я же так понимаю, ты же не стример, да, сейчас? Учетная запись создана-то давно, но канал-то, сколько у тебя подписчиков, сколько просмотров канала? Ну, то есть, я не думаю, что там есть к этому требование, но все-таки, мне кажется, может обратить внимание, если там вообще ни одного стрима нет, ну или один. В принципе, ты можешь, конечно, ну, YouTube скинуть, как бы, но... ты-то будешь стримить, я думаю, что он вряд ли захочет именно человека, который не подготовлен именно к стримам. Ну, то есть...
Ну, я думаю, ты понял, наверное. А, есть такие требования, да? Ну, блин, немного знали где. У меня как-то там, по-моему, не особо знают. Ну, Тиджи меня знает, а остальные, ну, так себе. Саднеп еще знает. Но они-то ничего не решают. А Денферок не знает, я думаю, скорее всего. Даже подписан так-то, но правда я что-то, ну, я не знаю, заходит или нет, но в чат ни разу ничего не написал. Ну, возможно, типа не хотят среди русского текста свое английское оставлять, типа некомфортно или что такое. Нет, как бы я в любом случае говорю уже, заявку буду подавать только после того, как не, там не два и не четыре босса будет пострашнее пройдена, а вообще вся игра. Так что как бы к моменту заявки как бы уже могу сказать, что я прошел игру. Но опять же, это такое. Тут я думаю все-таки вот язык может повлиять. Ну да, ну тут видишь, как бы, Пророк, как бы именно фишка в том, что Денферок очень любит Камелию 2 именно. А он админ, и он решает. Хотя, мне кажется, если ты третью Камелию пройдешь, то это тоже будет норм аргумент. Ну или там не пройдешь, хотя бы босс раш пройдешь, например. Интересно, если когда-нибудь К3 меня возьмут или нет. А, пройдешь. Так, ну, видишь, тут как бы кроме скилла другие факторы есть. Другие факторы есть. Но я думаю, что да. Я думаю, что да. Что-то 2 часа, а босс вообще как бы, да, не убит. Я такого не ожидал.
мне уже неохота синего проверять, если честно. Лучше буду по строте. Яблоко испугало меня. Ну, в общем-то, и правильно, иначе бы я там в небо влетел бы. Почему бы сами не создать? Потому что нужно эту партнерку. Да причем тут людей мало будет. Людей нормально будет, партнерка нужна. Инфлюка? Нет, инфлюка не стримит на Twitch уже давно. И даже в чатике не сидит. А вот Камилия заходит. Хочется чат прочитать, но лучше не надо. Так, теперь желтого много осталось. А мне кажется, это хорошая мысль. От красного не так уж и много летает, честно говоря. Зато сейчас внезапных яблок нету. Нет, наушники старые, просто я одно время ими не пользовался.
Привет, Матичи. Да, это Кримсон, спасибо. Что сложно в этом боссе? Ну, в том, что надо мигрить по платформам между яблок, а потом еще и по воде прыгать. Пространства для маневров мало. Видишь, вот сейчас летело яблочко. Если бы я прыгнул, чтобы выстрелить, оно бы до меня долетело бы. Да, прошел, вот, видишь. Давай, удачи. Кстати, никто не знает, у Генла же там какой прогресс в Камиле, он до последнего босса не дошел. То есть, ну, только ответьте, да или нет. А то сейчас начнутся спойлеры. Босс Раши 4 босса. По крайней мере, пока я вижу 4. 4 телепорта в каждом по одному боссу. Модеров нету. Лучше бы удалять такие сообщения. Какая разница, что я видел? Если я просил не спойлерить ничего, то какая разница, видел я или нет? Считай, что ничего не видел. Как будто первый день на канале сидишь. Thank you.
сто раз наверняка слышал, как я отношусь к спойлерам, даже к незначительным. Потому что я слишком много урона нанес Синему, и в итоге вместо платформ будут вот на квадраты идти, которые не дают двойного прыжка. Хэкер на гир. Босса убил за 11 часов 51 минуту. В принципе, пока нормально идет. Ну, о-хо-хо-хо-хо. Вот это сейчас было опасненько. Но это по игровому таймеру, если что. Который останавливается, когда экран смерти. То есть в реальности там побольше чуть-чуть. Не знаю насколько. В принципе, по ботам можно посмотреть. Так, я переборщил, нет? Нет, как раз. Идеально. Задел? Блин. Изи? А Destination не выглядел изи? Нет никакой тут формы дополнительной. Но он легче Destination. Легче, но... Всё-таки. Он сложнее, но это не значит, что этого с первой попытки должен пройти. Нет, не принципиально.
такой тип босса. Главное, чтобы он был сделан хорошо. Как бы он должен был не раздражающим босс. Он может быть сложным, но не раздражающим. Например, вот Сайбер, да? Сайбер босс из Камелии 3. Очень сложный, ну в целом, да? Но он вообще не раздражает, он такой классный. Я его готов еще играть, играть и играть. Windows здесь. Ну, я убил Destination, если что, на прошлом стриме, а не на этом. Так что я на этом боссе уже сижу часа 4. Многовато? Ну, вроде норм. Да ладно, я не запрыгнул на нее, да? Как познакомился с Айванами, мне стример TorPTF скинул больше. Типа сказал, поиграй, прикольная игра. Все, я тогда еще не знал еще о ней. Там на Сайбере не только музыка классная, там уворачиваться очень весело и здорово. Вообще от него не горит, ну почти. Забавно.
Нет, Слава, как раз видео я стал позже снимать про машину. А, Porsche Megaman, да, хороший босс. Чего ставить так много вопросиков? Нет, я стримил, начал, первый мой стрим был 25 декабря 2013 года. Ну, скажем так, это был первый стрим с микрофоном. Я понял, но он же ушел стримить. Я понял, что он начал стрим. Чё, конкуренция, да? Все уходите к нему, но я понял. Ну, я пытался. Ну и что? Ну, видео уже не про мою машину, которой у меня даже не было в 2010 году. И у меня сколько... Вот, сколько у меня было устройства, которое может записывать видео, начиная с Siemens CX-75. Столько я и записываю видео. Ну, естественно, их нету всех на Ютубе. Я люблю видео записывать, а что тебя смущает? Причем тут стримы? О стримах я вообще узнал в 2012 году, ну что это вообще в принципе существует, такое явление. Я даже когда в школе учился, короче, у меня была мысль одно время пойти на этого оператора, оператора камеры, пойти учиться. Ну, там кино, неважно, да, там, может быть, журналисты там тоже для них снимают, там, и так далее, неважно. Ну, что-то в итоге... не пошло, ну точнее изменил решение.
босс-раш не изи. А вот твой босс-раш будет еще более не изи. Так что я тебе не завидую. Хотя, лол, мне же тоже походу придется все-таки. Как бы я не сопротивлялся. Ну это будет когда-то, у тебя будет раньше явно. Я посмотрю, как ты помучаешься. А, ты же без стримов. Ну лол. Что ты такой неинтересный? Ну пока да. Ну хотя я не знаю, я на той месте все равно уже как бы думал о том, что он впереди. Ну правда, конечно, всегда можно застрять на четвертом уровне. Ну так что вообще дроп, да. Но хрен знает. На третьем не застрянешь, то есть, ну, в смысле, то есть, ты посидишь на РЗ экранах, безусловно, башни Гая, но пройдешь. Ой, синего топить нельзя, я опять сижу, разговариваю. Что за лол? Я косвенно этого боюсь вас, папе. Ну смотрите, представьте, что я прошел Камелию 2, да? Мне задонатили на новую клавиатуру в итоге. Я ее купил, разумеется. И что происходит потом? Я вот просто, ну, как бы для себя подумал, а что происходит потом? А потом происходит, ну сюда, когда К3, давай, начинай К3 проходить, да? Там, типа, вон там даже Часобсервер проходит К3, даже Пророк проходит К3. Типа, проходи К3, там, Гоги начнет по-любому. Ну, как бы, я же знаю, что так и будет. Так что, либо дропать стримы, но как-то нехорошо, если клавиатура уже будет, да? Вот, либо... проходить, походу, ну, не знаю. Может, как-нибудь отделаюсь, но я что-то так не думаю. Ну, я боюсь К3. Я очень боюсь К3. Просто, как я уже говорил, я не хочу садиться за игру и потом ее не пройти. А пройти это очень страшно, Камелию 3, браться пройти. Ну Пророк, ну не то чтобы проходит, но во-первых он там уже, по-моему, до первого босса дошел, а во-вторых, ну типа потом вроде будет проходить скоро. Resident Evil 6, но у меня в стиме уже есть она. Что-то надо с Дефендером собраться поиграть. Ну только почему на клаве, а там разве не надо геймпад лучше? Xbox-овский. А, это же шутер. Мышка, да? Thank you.
host, slash host, потом пробел и ник того, кого ты захостить хочешь на Твиче. Ну, я, кстати, в фастпапе об этом думал, но только, например, RNG Guy хочет проходить на 100%. Декстер тоже, походу, ну, по крайней мере, 4 секретки здесь он хочет, тем более он уже начал давно. Just Observer тоже начал давно. Ну, плюс, как бы, все-таки он в Айвана меньше играл, я думаю, все-таки нечестно сравнивать. Вот. А с кем еще? Ну, другие вроде никто всерьез не хочет пока проходить. Ну, так что-то балуются, первый там уровень тоже. А, пророком? Ну, опять же, он пока еще не тоже не вроде то ли собрался, то ли нет, непонятно. А нужно ли так много по ним стрелять? Ну, нет, можно, типа, на вынос, ну, как бы, надолго стратой. Не, Владислав, ну, дело не в этом, дело не в этом. Я говорю, давайте так, то есть, чтобы я хотя бы мог рассуждать, типа, а начать ли мне проходить Камелию 3, да, должны быть выполнены два условия, по-любому. Первое условие, это пройти Камелию 2, 100%. Вот. А второе, это, ну, как бы, новая клавиатура. Без этого, как бы, я даже не буду рассуждать, проходить Камелию 3, не проходить, да? Да ничего такого, но говорю, что, ну, я, в принципе, это уже писал на твоем стриме, говорю, чтобы хотя бы начать думать, типа, проходить ли мне Камелию 3, там, начать проходить, не начать, там, или когда начать, там, да, ну, вот, и так далее, то есть, как-то об этом хотя бы начать думать, мне нужно два условия выполнить, это пройти полностью Камелию 2, то есть, убить саму Камелию, да, вот, и второе условие, это, ну, новую клавиатуру купить, с которой я гипотетически смогу проходить третью Камелию без всяких отмен прыжков, без каких-то там васпов, геймпадов и так далее. Просто нормально прыгать на клавиатуре. Там надо однофреймовый прыгнуть, просто нажал и прыгнул однофреймовый и все. Find My Destiny? Да не знаю, я, в принципе, после Камелии 2, как бы, хотел пройти вообще, ну, некоторые айваны. Я, как бы, не знаю, какие точно, но в целом, то есть, я думаю, я так и так какие-то буду проходить. То есть, как бы, не обещаю, что именно Find My Destiny будет, но какие-то там, вот эти старые топовые айваны, я, скорее всего, поиграю, пройду, может. Прям сразу, но в целом.
Я случайно в синего попал, это плохо. У него все, он ваншотный, ну в смысле, ну вы поняли. Нельзя в синего стрелять. Еще от попадания и придется в воде мигрить. Это плохо, ой, как плохо пошло. Удачи, Данил. Не, неправильно понял, ты рахал. Не, ты неправильно понял. Я имею в виду, я должен пройти Камирию 2. То есть я точно не буду начинать Камирию 3 или даже думать о ее прохождении, если я еще не прошел вторую. Вот это я имел в виду. И второе — это клавиатура, то есть вот эти два условия. Камилия? Не знаю, луна. Не знаю, а ее олицетворяет луна или она олицетворяет луну почему-то в третьей части. Она хочет уничтожить землю. Ну это одна из теорий. Есть еще вторая теория. Камилия — это разработчик жестких Айвана игр со сложностью 90+, так называемые симуляторы однофрейма, и из-за этого его хотят убить. Ну, если что, Камилия человек, это парень. Как мне утверждает один кореец, который говорит, что общался в скайпе с Инфлюкой. То, что Инфлюка тоже парень. Хотя, вроде бы, раньше многие утверждали, что это девушка. Но он прям говорит, что он общался по скайпу.
Причем тут это? О чем вообще клава? Я на основываясь на фактах говорю. Вообще такой сейчас бред написал. Ну хорошо, не на фактах, а основываясь на данных, которые не проверены, в общем-то, но и другие тоже не проверены. В игре, да, и не японцев, а корейцев. С чего решил? Я же объяснил, потому что я общался с корейцем, который, ну, тоже стример. Он сказал, что... Ну, он, во-первых, очень удивился, что у нас такой, кто-то этого не знает, что это оба парня, и Камиля, и Инфлюка, и сказал, что он по скайпу общался лично. Инфа вообще сотка. Я случайно два раза в синего попал. Так, не, ему больше не бить. Нет, ну лол. Привет, апдейт. Да нет, почему мученик? Почему мученик? Ну как, мне нравится. Ну, так это потому что игровой образ. Ну, потому что, я не знаю, я тоже этого не понимаю, зачем они так делают, но это игровой образ. Да, в игре так, а в жизни иначе. С папе.
Красный, как ни странно, уже почти добит. Как-то быстро я его. А, вот это опять опасно, как он сделал. Давай добей. Ой-ой-ой, а, ну у него там запас еще есть, ладно, я что-то подумал, что сейчас платформы начнут растворяться. Так, теперь нужно зеленого доводить до ваншота. Ой, зря выстрелил. Ой, зря. Я случайно кнопку на правой сейчас нажал. Что ж, я уже почти 3 часа стримлю, не знаю, хватит ли меня еще на сколько-то. Блин, думал Destination убью сегодня. Если честно, думал Destination ляжет сегодня. Да вот нет, в том-то и дело, что... Не ощущается, что скоро босс ляжет. Пот, да. Пот, да. Если бы я хотя бы более-менее стабильно доходил бы до фазы, где нужно по воде прыгать, а то самая сложная фаза, лол. Да ну, чуть-чуть не справился.
Фух. Вот это да. Блин. Привет, Белазис. Когда не на весь экран, как будто кот Феликс бегает. Странная ситуация, если честно, я не понимаю. Кот Феликс, он же такой жирный. А, нет, я путаю, это этот... Как его? На Г, да? Как-то. Как этого кота жирного зовут? Ну, короче, я понял, Феликс это такой черный, он не жирный. Гарфилд, да. Значок означает, что он мастер-стример. Апдейт. И он себе такой значок сам выбрал. У меня, например, вот такой значок. В тему. Как ни странно, то я соглашусь, этот босс не такой уж сложный. Этот босс не такой уж сложный. Надо читать атаки лучше, не буду умирать. Ну и не торопиться в некоторых моментах. Вот я мог это прочитать? Мог. Привет, Вадимиру. Вот это вот я не мог прочитать, это вот затравливание. Ну как, я мог это по таймингу типа прочитать, но знаете ли, мозг не этим занят. Типа он выстреливает яблочко по таймингу. Но можно, в принципе, просто подальше от него держаться. Такая страта. Но не, думать еще об этом, ну и вы нафиг.
нет, у меня есть геймпад вот такой, но на клавиатуре привычнее. Мне просто нужна хорошая клавиатура. Нужна просто хорошая клавиатура. У меня клавиатура не самая лучшая, поэтому я вон собираю на клавиатуру хорошую, чтобы подобные игры уже играть нормально. Ну вот, ну как бы на геймпаде здесь будет тяжело стрелять и прыгать тяжело будет. Видишь, как бы за одно нажатие кнопочки одна пулька только выстреливается. И попробуй на геймпаде постоянно спамить стрельбу, еще и прыгая при этом. Можно, я не спорю, но рука быстро устанет. Ну, к тому же привыкать к управлению, я уже привык к клавиатуре давно. Ну, именно в айванах. Ой, зря. Или... А, про каналы. Все, синего оставили в покое. А вот зеленого надо бить. Надо было вправо идти. Да, было такое. То есть... Ну, если коротко, я не могу удерживать кнопку меньше, чем 60 миллисекунд, очень в редких случаях. А меньше, чем 40, вообще не могу. А это нужно в этих играх порой. Не допрыгнул? Не, Владислав, платформеры на самом деле как раз таки хорошо играть на геймпаде. Например, в Super Meat Boy, там... Другие, нет, платформеры хорошо на геймпаде играть. Там вот всякие там NES, Sega и так далее, я вообще играю только на геймпаде. Ну вот, но в айваны все-таки клавиатура как-то, мне кажется, удобней в плане вот именно нажатий коротких, как-то точности нажатий. Ну, мне лично как-то. Может быть, просто дело привычки, но зачем мне переучиваться, если я могу на клавиатуре? Кого забанить? Ну что, давайте еще немножко и все. 60 часов я игру прохожу уже. 60 часов.
По идее, конечно, надо зеленого просто других вообще не трогать. А зеленого первым убивать. Спасибо за подписку. Не убивать, а до одного хп доводить, потому что от него, по-моему, вообще да ничего не остается. Ну, если не убивать именно до конца. По идее, это самый безопасный способ, но долгий, такой долгий. Вот это из-за того, что долго, неохота этим заниматься. Потому что, как бы, это же не дает 100% шанс убийства. А потом завафлил и опять вот это долго. Все, зеленый готов. Синий готов. А, синий перебор. Я зеленого убил. Что? Я случайно зеленого убил. Удачи, апдейт. Чалька. Надо 2 хп у зеленого оставлять, и не один. Ну его нафиг. Ну, по крайней мере, до воды. А то слишком опасно. То есть случайное убийство. Hello, Jade Great. I can do it. I can do it. Так, до половины пьем, короче, красного и этого, потом зеленого по пути пьем. До двухшотного состояния. Почему-то половина красного и желтого, потому что тогда еще много мусора не летает по экрану. Привет, Дмитрич. Спасибо. Ой, красного слишком много. А, красного что-то я замучил. Да как же это близко-то?
Куда я его убил? А, ну блин. Я что-то не проследил. Как он так быстро убился? У него же было там еще вон столько здоровья. Привет, Defender. Я что-то... Мне казалось, у него там еще здоровья много. Ой, 2 секунды оставалось сочувствие. Я умирал, когда у него оставалось 4 секунды. Как я выжил? Чуть в синего не выстрелил. Вау. Это опять-таки такие ворота страшные. Ой, опасно, сейчас мог синего попасть и плавал бы, сидел. Так, еще можно в зеленого стрелять, я вижу. Я просто не видел куда. Привет, Трафальгар. Это вторая Камилия. Здесь нет шарика. Так что тебе нечего ловить.
пока зеленого не буду трогать больше. А то вдруг случайно попаду. Теперь желтый. У него еще много. Да, серьезно, я думал, оно пролетит. Санспайки до камилки третий. Ну да, в обоих играх есть шарик. Не, подожди, какой, ну да. Причем тут третью камилку? Я третью камилку уже не буду проходить. Ну, надеюсь. Такое ощущение, что шутка уже не актуальна. Вайвона Гетрект. Вайвона Гетрект, ты видел шарик. Там как раз таки босс был из Айвона Санспайка, который я, возможно, пройду. Только там был босс с чекпоинтами, помнишь? А в Айвона Санспайк он без чекпоинтов, это очень сложно. Это очень сложный босс. И ну, там не только босс, там еще игра очень сложная. Там шипы, 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 шипы. Такие суровые. Ты нанк-то пройди, пророк. Зачем тебе две шипастые игры одновременно проходить? Привет, шипуп, ну я уже заканчиваю. Давайте последняя попытка, где я убью двоих, короче. Хотя, вообще-то, это даже достижение, я, может быть, и не убью даже двоих. Удачи, Тор. Давай, спокойной ночи. А, понятно. Много прям.
фастпайпе, потому что, я же говорю, скорее всего придется. Но я боюсь ее. Я Камилю 3 думаю, ну потому что, понимаешь, она плохо для стримов подходит при первом прохождении. Вот ты будешь заходить на стрим, если у меня там будет не Сайбер, а другой какой-нибудь более скучный босс, типа Lunar Magic, и я буду его проходить часов 30-40, то есть стримов 10, да? Ты будешь заходить? Я не уверен. Ну, как бы, то есть, не так и многие, потому что скучно будет. Будет скучно. Да нет, Дмитрич, конечно, у меня Камилия 3 не займет много лет, если я буду играть так же активно, как в Камилию 2. Я думаю, в течение года я смогу пройти. Ну, как бы будут, да, наверное, эмоции, но ты же видишь, я вообще в целом не очень сильно горю. Не как какой-нибудь там, не знаю, Гитман или кто там. Это заявление в пустоту, Дмитрий, сейчас сразу говорю. Это не будет такого, как с Камелией 2, типа, там, я за 100 дней ее хочу пройти, а там не будет такого, типа, ой, я хочу за год пройти. Нет. То есть это как бы, это не заявление, это, можно сказать, такое диванное предположение. С учетом, что, разумеется, секретки я собирать не буду, если буду проходить. Никакие, даже первую не буду. Так ты смотришь, потому что здесь я так долго не сижу на одном месте. Даже то, что я на Destination не сидел, это же фигня по сравнению с тем, как на К3 будет. Нет, конечно, классно, если ты будешь сидеть, и спасибо там, но как бы... Я боюсь, что будут скучнее слишком стримы. Еще скучнее, чем сейчас. Даже сейчас-то я, мягко говоря, не самый там харизматичный стример, да? Или вообще там какой-то веселый, или подгораемый, или какой-то еще, да? А уж на третьей Камилке я боюсь будет скукота. Тем более, ладно боссы, там еще уровни, на которых можно на одном сейве сидеть десятки часов. Ну, десяток, скажем, один, может, на поздних уровнях там. Понятно, что... Первые уровни быстро пойдут там, даже, ну, первый, может быть, даже первых три. Ну, быстро это как? Не так быстро, как у второй Камелии, но, ну, типа там, если так же часто стримить, то там, типа, в течение, может, месяца там до Гая я дойду, может быть, да? Ну, двух месяцев точно. Ну вот, но это только начало, а потом начнется все. Будешь сидеть, когда будет шарик, ну, это будет... Наверное, в лучшем случае месяцев через 7 под начало прохождения. Привет, Кивчан. Ну, 7, не знаю, может, загну. Я просто, ну, чтобы вы понимали, я не думаю, что у меня полковник займет, ну, скажем так, больше, чем... Ну, я даже не думаю, что он мне 100 часов займет. Он меньше должен занять. Может быть, это смелое заявление, да. Но, как бы, если объективно смотреть,
Я не думаю, что у меня полковник займет так много времени. Типа там 200 часов, 250. Кто-то там даже 450 часов его проходил. Я не думаю, что у меня столько займет времени. Поэтому как бы... Зависит от рандома, конечно. А кого я убил? Желтого? Я опять забыл про игру. Блин, попал бы сейчас в красного, и можно было выключать стрим. Ну, ясно, Трафальгар. Привет, Сейдер, привет, Волкомен. Ты давно подстригся. Не, давайте все. Ну вы видите, я просто. Я в мясо. Я сижу, и мне. Все, я в мясо просто. Просто удаляю вообще. Посмотрим, что там со стримы идут у нас. РНГ, да, наверное, стримит. Играл, играл, забыл, что делал. Именно так, как это не смешно звучит. Но так и произошло. Давайте захостим РНГ Гая. Так, кого он там убивает? Гравити, да, Мэна? Или кого? Сейчас посмотрим. Да, Гравити Мэна. Так. Все, всем стрим на этом заканчивается. Всем спасибо, что сидели. И всем пока, увидимся. Надеюсь, на следующем стриме уже босса добьем. Хотя не видно, конечно, прогресса особо, но тем не менее. Всем пока.